Чувство превращается в форму, форму цвет. Но начало – это чувство. А все, форму тоже не придумывается. Форма появляется через чувство. А там уже цвет. Раннее утро. Природа еще не проснулась. Под первыми лучами солнца на зеленой траве, завораживающей своей желтизной, абрикосы. Ты наклоняешься, берешь с земли покрытый свежей росой плод. Вот оно, солнце Армении. Из далекого Арташата 10 лет назад в Петербург приехал художник. Что заставило его уехать, что позвало сюда, не знает никто. Художник, он ведь странник. Неважно, где он живет. Гораздо важнее поиск. Поиск света, поиск правды. И путь этот очень тяжелый. Варужан рисовал с детства. Учился у отца, у такого же художника. Учился в лучших вузах Армении. Учился у природы своей родины. После училища, где он постигал азы живописи, Варужан попадает в Афганистан. Художник и война. Мир рушится, становится черно-белым. Потом он долго и мучительно снова искал себя, свой мазок, свои краски. Искал истину и Бога, обретая через страдания веру и успокоение. А все началось с того, что после училища как-то по воле судьбы я попал в Афганистан. Это 80-й год, первый же год, когда наши войска тоже оттуда велись. И приехав оттуда, ну, я думаю, что все знают, что значит Афганистан. Еще первый год, когда все, по всему миру идет мир. В Москве Олимпиада, а мы там. И приехав, все было очень тяжело, потому что, во-первых, я очень любил советскую идеологию до того. Как убедили, я был убежден, что это самое лучшее, самое доброе. Потому что как-то мы жили без Бога и думали, что просто можно в этом идеологии жить и хорошо жить. А там все разрушилось. И приехав оттуда, конечно, я очень хотел найти правду. Потому что вот даже когда через твоих руки еще происходит это зло, ты начинаешь переживать. Может быть, кто-то не переживал, но, наверное, Господь Бог так хотел, чтобы я пережил. Все переживал в этом. И для меня открылся новый путь – искать правду. Правда, в этот же год я поступил в институт художественно-театральный в Ереване, факультет живописи. Но вот первый же год же я уже начал творить. Не владея еще высокого профессионализма, но я не смог не рисовать уже. Правда, то, что я рисовал, ну, то есть тема, как у нас предмет композиции, я всегда получал двойку. Но с этими картинами я делал первую свою выставку в Ереванском консерватории. Ну, это были такие, да, сюрреалистические картины. Такие лисы, люди там, похожи на дегенератов, наверняка больше всего это. Но всем нравилось. И мне нравился. Я чувствовал себя уже творцом как-то.
Но вот мое искание правды, это еще продолжался. И путь был долгий, длинный. Я познал Бога. Правда, я был крещенный христианин, был в детстве еще, но я его так, когда я начал читать первые строки Библии, у меня слезы пошли. У меня пошли слезы, и это там уже не было сомнений, что это и есть правда. Я освободился от всех страхов. Не было уже страшно ничего, поскольку представьте себе, что он такую свободу дает, что ты попадаешь в вечную жизнь. А все это связано с любовью. Потому что все через любовь, только через любовь можно попасть в вечную жизнь. И мои картины так же стали они. Не то, что я думаю, что картина должна быть красивой. Просто если ты, значит, как ты начинаешь жить с Богом, они сам по себе, они так и становятся. Может быть, когда иногда мне бывает, что мне очень плохо, грустно, но у меня картины все равно, они радостные появляются, получаются. Не знаю почему, наверное, потому что наверняка страдание очищает душу. В этот момент ты внутри страдаешь, а то, что от тебя выходит, это уже очищенное выходит. Как скажем, Иисус Христос, Он страдал на кресте, но отражал свет, и все народы пошли за Ним. Искусство – это самый близкий путь к Богу и самый близкий путь в обратную сторону, потому что существует еще искусство, которое не связано с добром, и оно тоже очень ценится в нашем мире, к сожалению, ценится и, наверное, еще больше, чем то, которое связано с Богом, потому что, к сожалению, опять, в мире очень много царствует еще зло. Легко наверняка на земле. Никто не живет легко. Даже в горах, скажем, аскеты, которые уходили даже в степь, что значит уходить в степь? Это не значит, что они убежали от тяжести жизни, современности, жизни и все остальное. Они тащили с собой всю скорбь. То, что творится в мире, вот эту скорбь они тащили, и они скорбили в этом, там. Вот степь, четыре стены, тоже степь. Увидеть в его картинах абрикосы, первый поцелуй и прощальное слово, увидеть войну, чудо рождения ребенка и смерть близких. Увидеть тоску по родине и лица предков значит разглядеть душу настоящего художника, Варужана Епремяна, кому Бог однажды указал путь, по которому нужно идти в поисках света.